В рамках расширенного заседания Совета по взаимодействию с национальными религиозными объединениями при губернаторе Саратовской области состоялось заседание круглого стола сохранения и развития культурного наследия народов России. Главы религиозных конфессий Саратова и области, представители национальных диаспор, депутаты и члены правительства, общественники и представители учреждений культуры собрались в музее боевой и трудовой славы, чтобы обсудить меры сохранения и развития культурного наследия народов России. Губернатор Саратовской области Валерий Радаев в своем выступлении подчеркнул, что для серьезных успехов и достижений государству просто необходимо единство в обществе, всемерное преодоление непонимания между представителями различных национальностей и культур. Одним из основных докладчиков заседания стал митрополит Саратовский и Вольский Лонгин. Сегодня православная церковь прилагает усилия к созданию целостной системы духовного просвещения детей и молодежи, буквально от детского сада до вуза. И хочу отметить, что во всех православных гимназиях и воскресных школах уделяется особое внимание после вероучительных дисциплин истории Отечества и знакомству детей с традиционной культурой России, в том числе с народным творчеством, с народным искусством. Постоянное обращение к истории и родной культуре в церковном сообществе и православных образовательных учреждениях не является случайным. Для церковного человека характерна историчность сознания. Он ощущает глубокую связь со своим Отечеством, с его прошлым и будущим. Для верующих очень важно воспитание детей в живой традиции. Особое внимание участников совета владыка обратил на необходимость восстановления или консервации 64 сохранившихся исторических сельских храмов. Это чудом уцелевшее культурно-историческое наследие в наши дни стремительно разрушается, и есть риск совсем его потерять. Другие участники встречи в своих выступлениях рассказали, какие меры предпринимаются различными организациями для сохранения этнокультурного многообразия народов и укрепления единства российской нации.